Всем привет! В этом видосе, значит, покажу, что мы делаем. Вот звон потек на батарее, что мы с ними делаем. Короче, что тут делать? Вырезаем, видите, сколько там хомутов стояло. Вырезаем это все нафиг. Соединяем трубой без рез, без гонов. Просто чисто на сварку, потому что они тут не нужны, эти резьбы лишний раз будут течь. Батарея приварена на глухую к стене, и смысла нету. Будут, если менять батареи, все равно надо все разрезать. Это узкие батареи, где-то на 35, где-то, по-моему. На 50 сейчас идут, все равно будет все по-другому. Вот, значит, прежде всего надо загородить стенки, подоконники, чтобы обои не пожечь. Видео для начинающих. Ну, это отнюдь не урок, а просто показываю, как мы делаем. Вот. Стыкуем, прихватываем. Что тут сказать? Ну, вода, естественно, подкапывает. Но это естественный процесс, поэтому я варю тройкой всегда. Двойкой тут будешь полдня мурыкаться. Значит, начинаю варить снизу и от стены. Значит, будет на прокрутке я покажу там. Ну, углубляться не буду в сам сварочный процесс. Кому надо, у меня есть на канале видео, как варить. Но если кому что непонятно, короче, спрашивайте, будет время, желание, сниму видео, как чего, что умею, то покажу. Я далеко не гуру в этих делах, но так за 25 лет кое-чему научился. Начинаю снизу. Варю пока видно, потом пока не видно, и потом смотрю сверху. Ну так вроде все дошел, но лучше проверить потом через зеркало. Потому что сейчас лето, видео снимается в июле, а отопление будет там в сентябре, в октябре запускаться. Естественно, мы забудем, когда, что, где варили. И лучше сразу на 100% быть уверенным. Вот так. Ну, проверяю там, где не видно было, поддуваю. Потом варю отсюда. Значит, стену загородили железом, сзади мокрую тряпку вешаешь. Никакой там не асбест. Асбест также нагревается, и стена прогорает. Асбест я могу горелкой наставить на него, и дырку прожгу на нем свободно. Ну и так, практически так вот в этом коленкоре, в этом разрезе все стыки завариваем. Чем тут неудобство, он очень близко, кронштейн к стыку. Иногда бывает, прям получается, что прям на стыке кронштейн. Ну ничего, обходимся, завариваем. Значит, верхний я буду варить так. Прихватил, оттягиваю от стены, обвариваю без зеркала, там все и так доступно видно. А потом приварю тот стык. Ну это так, вдруг кому пригодится. Значит, все, я его приварил. Теперь вот этот последний стык, чем неудобно. Тут подоконник пластиковый. И вот загораживаешь, чтобы, не дай бог, не сжечь. Потому что потом проблемы, ругань. Может, и не будет ругани. Но все равно неприятно. Так, здесь я делаю полочку. Потому что это самый неудобный стык. И через полочку сейчас покажу, как будет видно варить.
Все в краске, там краски 50 слоев, блин, горит, дымит. Можно не обчищать, но она на руки потом все летит. Ну, смотри, вот тут будет вот так, ну, практически незаметно, если навалить побольше проволоки. А здесь вот полочка, вот видно ее отсюда, хорошо стык провариваешь, больше чем наполовину. И выходишь, смотришь, и отсюда вот так же достаешь и завариваешь. Ну и проверяешь все равно по зеркалу. Можете не проверять, но я проверяю. Сгоны тут теперь не нужны, я уже говорил. Так что получается вот так. Ну, обои немножко поджег, потому что они там не приклеены. Они сразу загораются, это сразу. Их надо отдирать. Лучше отдирать, если обои не приклеены. И не слушать хозяев, ничем не загораживать. Ну, вот так получилось. Ну, это просто информативное видео. Что делать, если потекли сгоны. Получилось довольно-таки аккуратно. Это немножко в мире животных. Практически в каждой квартире такое в мире животных. Кота зовут Бим. Он как собака. Говорит, приносит им мячик. Они бросают, он им приносит мячик. Ну вот, пошел проверять. Что мы сделали. Ну, на этой веселой нотке видос заканчиваю. Ставим лайки, дизлайки, пишем комменты, кому что надо. В общем, всем пока.